Привет, YouTube! Привет всем любителям активного отдыха! В этом видео я расскажу о двух парах перчаток. Одни из них были куплены на AliExpress. То есть это копия вот эти вот серии Impact. И вторые перчатки оригинальные были куплены на eBay. Одни из самых популярных серии Original. Значит, в принципе, визуально, если смотреть, то отличий никаких нет между перчатками. Но, как известно, дьявол кроется в деталях. Мы сейчас возьмем вот оригинальные перчатки. Здесь даже магазинная метка осталась электронная. Так, и посмотрим на этикетку. Значит, этикетка, главное, на что следует обращать внимание, она выполнена из такого очень плотного картона, то есть это не пластик, это бумага. Вот, а на ощупь он похож на такой пластиковый блистер, очень плотненький материал. И что мы здесь видим? Ну, во-первых, мы смотрим на полиграфию, она очень качественная, да, здесь все очень четко видно, то есть никаких размазанных букв у нас нет. Вот, первое, на что нужно обратить внимание, это страна-производитель. То есть у самой фирмы MechanicsWare две фабрики. Одна из них находится во Вьетнаме, вот, вторая на Филиппинах. То есть они никак не могут попасть в оригинальные перчатки на AliExpress. То есть прямые поставки идут прямо с фабрик в Штаты и уже оттуда в розницу поступают. На этих перчатках, к сожалению, вот я их снял, этикетку саму, она была достаточно некачественная, из обычной бумаги, ну такая вся помятая, жухлая. Вот, закреплена она была через пластиковый хомуток. То есть если посмотреть сюда, то видно, что здесь через петлички продета сама этикетка. Вот, помимо того, здесь же отсутствуют вот эти петли на этих перчатках. Петли, собственно, предназначены для того, чтобы подвесить перчатки на какой-нибудь карабин. Значит, что еще? По качеству, в общем-то, очень тяжело отличить. То есть здесь китайцы ушли далеко, они научились и строчку нормально делать, хотя вот здесь видно, немножко разлохматилось. И вот эти прорезиненные логотипы выпуклые, они научились достаточно хорошо делать. Сама вот эта вот накладка на тыльную сторону ладони тоже хорошо сделана, то есть ничего не отлипает. Но я еще хард-юзы не устраивал этим перчаткам, поэтому посмотрим, что произойдет в процессе эксплуатации. Однако, значит, поработав вот тут с костром немного, с дровишками, посмотрите, что начало происходить с покрытием. То есть перчатки полностью разлохматились буквально за полчаса работы, пока я колол дрова. Вот, все вот это вот прорезиненное покрытие начало облезать. Здесь мы видим обычную ткань, на которую все это было налеплено. Пока на этих пальцах все живенько, но вот здесь начинает уже потихоньку облазить. Как видите, так, на этих перчатках указательный палец у нас вместе сгиба пополз. Большой палец пока держится, вот здесь появился нарыв. Помимо этого, если рассматривать оригинальные перчатки вот этой вот серии Impact, здесь на китайской копии отсутствуют накладки вот эти вот, смягчающие как бы при работе воздействия на ладонь. То есть здесь просто утолщили они материал, ну что-то туда добавили такое, не сильно упругое, не сильно особо заморачиваясь. Вот. И на этом как бы остановились. Разница между перчатками в цене два раза. То есть если эти стоят порядка 10-11 долларов, то оригинальные стоят 20-23 доллара. Причем, покупая на eBay, вы себя никак не обезопасите от подделки. Почему? Даже если вот
покупаете у продавца из Штатов или из Великобритании. То есть там ушлые продавцы допетрили и начали покупать с Алиэкспресса, с Китая, гнать перчатки и продавать как оригинальные по цене магазина самого. И я при выборе отталкивался на отзывы, смотрел. Там даже один американский вояк написал, что одному продавцу, что ваши перчатки созданы для обезьян. То есть я 10 лет, говорит, носил эти перчатки. То, что вы продаете как оригинальные, они нифига не оригинальные. Ну, человек, естественно, если он 10 лет носит перчатки, научился, наверное, какие-то отличия замечать между ними. Поэтому выбор, конечно, за вами, что брать. Я при покупке на Алиэкспресс, мне ради интереса вот хотелось купить, посмотреть, что там народ-то пищит от восторга. Там куча отзывов, все радуются, что очень классные перчатки. От оригинала не отличить. Вот. Ну, как видите, они даже полчаса работы не выдержали. Начали уже расстегиваться, тут раздеваться, обнажаться. Посмотрим. Вот эти специальные перчатки на хард-юзе. Я буду делать обзор про два походных инструмента. И попробую показать, как они работают, сами-то инструменты. Ну и, соответственно, испытаю эти перчатки на, как говорится, full контакт они мне пройдут. Вот, я надеюсь, что я с оголенными пальцами потом в конце сюжета не останусь. Перчатки Mechanics Wear достаточно популярные, как среди военных, так и среди людей, занимающихся активными видами деятельности. Вот, я, если честно, не понимаю, откуда у них такая популярность. Изначально они были созданы для автомехаников, причем автомехаников, не занимающихся вещами, связанными там с технологическими жидкостями, потому что эти перчатки, они моментально там, если вы меняете масло там или еще что-то, они пропустят всю влагу, вот, руки у вас будут в масляном налете. То есть перчатки были созданы для механиков, которые меняют колеса на гонках NASCAR. Вот, им уже, по-моему, сколько, 20 что ли или 25 лет этим перчаткам, именно вот эта вот серия Original. Потом они уже раскрутились, начали выпускать другие перчатки разной цветовой гаммы. У них есть и для мотокросса, есть для строителей, есть тактические перчатки вот с таким набалдашником на костях. Вот эти перчатки, то есть серии Impact, они не годятся для каких-то там тактических задач, то есть ломать доски, я не знаю, там крушить лес. Вы себе переломаете все кости, даже вот эти вот накладки на пальцы, они не спасут фаланги пальцев, вы обязательно получите перелом. Единственное, что они выполняют какую роль, они могут защитить вас от каких-то мелких повреждений, когда вы ковыряетесь там, не знаю, в машине там или еще что-то, лес там рубите, чтобы ветки вам через ткань не процарапали пальцы. То есть, собственно, эти накладки для этого созданы. А для тактических задач каких-то, для боевых, соответственно, задачи придуманы другие перчатки, достаточно тоже популярные от фирмы Oakley. Там есть, по-моему, еще две конторы, которые выпускают со вставками, с тканью кевларовой там. И ножом они не режутся, и не протыкаются, не горят. Так что эти перчатки годятся, наверное, разве что вот для какого-то такого не слишком сильного активного движения руками. В противном случае вы все руки просто-напросто повредите. По тактильным ощущениям, когда одеваешь на руку, в целом отличий нету, то есть внутренние швы, что у подделки, что оригинала, одинаковые, на пальцы ничего не давит, ничего не скребет, там не колет, нитки никакие. Вот, и на руке они, в принципе, лежат достаточно хорошо. Сейчас попробую здесь. Так, правую руку одену.
у них, в общем-то, такие нормальные. Вот. Единственное, что я в отзывах нашел, там покупатели сразу говорят, что перчатки, допустим, размера М, вот как эти у меня ладони среднего размера М, значит, у китайцев она гораздо уже. Поэтому рекомендуют тем людям, у которых размер ладони М-ка, вот, брать на размер больше. Я взял как раз вот на размер больше, размер L уже идет у нас. И они как раз мне впритык. И большое тоже отличие от оригинальных. У них вот лекало как-то выполнено под большой палец. То есть он там болтается. Мало того, что вот здесь вот свободно у нас остается. Он слишком длинный в этом месте и слишком широкий. То есть я не знаю, с кого они снимали вообще лекало. С какого китайца. С большерукого какого-то, с большим пальцем огромным. Но вот такая вот фигня есть. Правда, неизвестно еще, сколько фабрик в Китае выпускают эти копии. То есть, возможно, вы попадете на очень качественную копию. Ничего не могу исключать. То есть, все возможно. Ну, по крайней мере, я ориентировался на отзывы, вот, то есть на популярность, у кого больше там звезд, то есть, чтобы уж точно брать, наверняка нормально. Но как оказалось, что они вот облазят моментально практически. Здесь уже ткань у нас вылезла полностью, слезло покрытие, тут еще держится. Я думаю, со временем все сползет. Вот такие вот дела.